продуктов, решений для центров обработки данных. Да? Но мы не занимаемся активным оборудованием, то есть не делаем сервера, не делаем системы хранения. Мы не занимаемся телекомом, но мы делаем практически все, что относится к инженерной инфраструктуре. Все, чтобы оборудование правильно хранилось, питалось, охлаждалось, чтобы его можно было наблюдать и им управлять. Все, что связано с управлением энергией. Ну, то есть, смотрите, правильно ли я понимаю, что существуют вот эти стойки, где стоят сервера? Да. Вот они сами по себе, а все вокруг них, вся обвязка электрическая, это вы? И стойки в том числе могут быть нашего производства. В стойках есть блоки распределения питания, в стойках есть разные датчики, которые смотрят, как оборудование в каждом конкретном юните питается, охлаждается, как себя ведет, живо ли оно, правильно как бы, ли все там, климатические параметры да, выдерживаются. Но да, по сути вы правы. Да, да. Угу, это все, что обвязывает хорошо. IT и телеком оборудование. Если так сходу, какие примеры проектов дата-центров в России, чтобы можно было там ткнуть пальцем? Ну, в России уже существует довольно-таки, на мой взгляд, большое количество дата-центров разного масштаба, калибра, назначения. Где вы участвовали? Просто ваши примеры. Так как наша компания уже очень много лет на этом рынке работает, является флагманом и трендмейкером рынка инженерных инфраструктур СОДов, мы участвуем и участвовали в большом количестве проектов. Можно отметить ряд таких знаковых историй, например, центр обработки данных компании Сбербанк, Сбер сейчас, это мега-ЦОД в Сколково. Это крупнейшие коммерческие ЦОДы России, такие как компания DataLine, DataPro, Accelerate, Ростелеком, наши мобильные операторы также активно строили, строят ЦОДы, и в большом количестве их объектов есть наше оборудование. Угу, понятно, хорошо. Если дата-центры можно как-то категоризировать, какие они бывают? Конечно, типы. Можно категоризировать и разделять дата-центры по разным критериям, да, то есть по технологическому уровню. Например, дата-центр, который строится в полях, Greenfield, да, то есть в чистом поле, это новый объект, который создается с листа. Да. Отдельно стоящее здание. Да. Там. Либо это готовое здание, да, и дата-центр построен уже в существующем как бы, конструктиве, да, то есть это называется Brownfield. Да. Можно разделять технологические дата-центры с точки зрения традиционный ЦОД, который строится в капитальном здании, да, то есть объекте капитального строительства, либо это некий контейнер, да, то есть уже начиненный оборудованием на заводе, называется это prefab, prefabricated data center. Ну, как бы это технологические критерии. Да. Если говорить о назначении на коммерческом, выделяются два основных типа ЦОДов. Первый — это ЦОДы enterprise, корпоративные, которые, собственно, компании и заказчики строят для себя под свои нужды, и центры обработки данных коммерческие, да, для оказания услуг к рынку. Услуги могут быть колокейшн, то есть это размещение оборудования клиентов в стойках, это могут быть какие-то цифровые сервисы, клауд-сервисы, да, то есть если развернуто свое облако и так далее. Ну, наверное, это основные категории ЦОДов, которые сейчас есть. То есть можно сказать, вот это, enterprise и commercial, это вот с точки зрения назначение использования. То есть, например, Мегафон строит себе ЦОД, он обычно enterprise. Но не факт, он может быть и commercial с таким же успехом. Конечно, они могут предоставлять. Бывают гибридные ЦОДы. Здесь как бы нет такого очень жесткого разделения. Зачастую компании, которые оказывают услуги, цифровые услуги, в том числе ну, там, мобильные операторы, тот же Мегафон, они строят объекты и под свои нужды. То есть они разворачивают в этих ЦОДах какие-то свои сервисы и оказывают их рынку. Мобильная связь в том числе. Ну, да. Также и могут услуги этого ЦОДа продавать в рынок. А чем отличается enterprise от commercial с точки зрения конфигурации или чего-нибудь такого? Ну, так или иначе, конфигурация ЦОДа, технология, она следует за бизнес-задачами и за теми критериями, KPI, которые ЦОД должен, как бы, собственно, реализовывать. Да? Если говорить про коммерческие ЦОДы, коммерческий ЦОД, это следует из его названия, ЦОД, который предназначен для зарабатывания денег. И все проектные решения, технологические как бы, решения, они все заточены под максимальную оптимизацию, то есть снижение, разумное снижение капекса, обеспечение необходимого уровня готовности, отказоустойчивости и максимизация прибыли. Чем больше юнитов есть в ЦОДе, тем больше как бы, возможности продавать. Да? То есть чем больше стоек, больше можем продать. Чем больше потенциальная мощность на стойку, тем, скажем так, шире выбор вариантов заказчика. Да? Приходит заказчик, говорит, мне надо 20 киловатт на стойку. Далеко не каждый ЦОД может это позволить. Да? Но как бы, если у тебя есть такая возможность, ты как бы, можешь этого клиента удовлетворить.
Если говорить про корпоративные ЦОДы, задачи у них несколько иные. Они специфичны для того типа задач, приложений, которые крутятся в этом ЦОДе. Бывают ЦОДы, которые имеют еще специфику с точки зрения географии, например, там, ЦОДы компаний, которые находятся там, на крайнем севере. Да? То есть этот ЦОД должен еще и быть заточен под ту климатику, те условия, которые есть там. Соответственно, как бы коммерческие ЦОДы... Секундочку. Да. Вот коммерческие ЦОДы, вы сказали, да. Как можно больше запихать в стойку, там, допустим... А что, а для себя, когда я строю ЦОД, я так не захочу сделать? Отнюдь. Здесь пространство имеет, наверное, меньше значения. Как правило, корпоративные ЦОДы, они меньше по масштабу. Они более специфичны с точки зрения тех приложений, как я сказал. Да, эти приложения требуют меньше места. Но вы понимаете, что все облако предприятия, даже большого, enterprise, может заключаться в одной-двух стойках в ЦОДе. Вот. Но с точки зрения резервирования отказоустойчивости, может быть, нужно два таких ЦОДа, должны быть разнесенные площадки. Если говорить о коммерческом ЦОДе, здесь задача при минимальном капексе, да, обеспечить максимальную доходную часть и максимальную окупаемость как следствие. Да. Mm-hmm. И отсюда как бы очень повышенное внимание и чувствительность к стоимости на каждый юнит, да, ЦОДа, то есть сколько нужно потратить денег, чтобы построить этот ЦОД. Есть прям критерии, да, то есть метрики в рынке, это количество денег на стойку, да, капекс. А второй ЦОД должен быть эффективным с точки зрения энергопотребления. Да. Чем меньше мы тратим электричество на обвязку, на потери, да, то есть, ну, с точки зрения зарабатывания денег, тем больше мы денег как бы сможем заработать заказчику. Мы же понимаем, что если мы говорим о ЦОДе, куда подводится 1 мегаватт электроэнергии, это не значит, что заказчики будут потреблять 1 мегаватт. Если я правильно услышал, коммерческие ЦОДы чаще больше по размеру, чем enterprise ЦОДы в среднем. В среднем, да. Потому да. что они рассчитаны просто на тупо больше объем. Да. И запроса. Эффект масштаба, то есть чем больше ЦОД, тем меньше стойка. Да, меньше удельная стоимость на стойку. Конечно, хорошо. Конечно. А к вам приходят клиенты на ЦОДы. Как звучит типичный запрос? Это как-то kind of art, да, то есть это сродни искусству, да. Заказчики часто приходят, не до конца понимая, что они хотят от ЦОДов. Конечно, мы говорим о коммерческих ЦОДах, как правило, это уже профессионалы, которые осознанно строят объекты, да, которые они хотят строить. И разговор идет, ну, очень такой практичный и очень детально, как бы очень ориентированный на конкретные решения, да, зачастую. Если говорить о заказчиках корпоративного сектора, то, как правило, мы начинаем обсуждение с бизнес-задач. Иногда выясняется, что заказчику, может быть, свой ЦОД и не нужен. Можно арендовать с таким же успехом. Можно арендовать, это более выгодно, это быстрее, да, потому что есть уже рынок ЦОДов, есть предложение. Вот. А строить свой — это риски определенные, это риски управления проектом, это временные риски. И, как правило, как бы свои ЦОДы строятся дольше и дороже. У меня такой вопрос сложный. То есть к вам, в смысле, я думать начинаю. То есть к вам чаще приходят те, кто строит коммерческий ЦОД или enterprise? Вы знаете, мы очень широко работаем с рынком. У нас очень большой пул заказчиков, которые строят свои ЦОДы, и мы работаем со всеми коммерческими ЦОДостроителями в России и за рубежом. Я бы сказал так, что сейчас наблюдается тенденция, когда заказчики уходят все-таки в аутсорс-модель, да, и стараются минимизировать строительство своих площадок, и больше уходят в потребление услуги, да, коммерческих ЦОДов. И поэтому впереди нас, по идее, ждет взрыв коммерческих ЦОДов. Я имею в виду взрыв, рост, бурный рост. Так получается? Все верно. Только он нас не ждет, он уже, мы сейчас в эпицентре этого взрыва находимся. Сейчас идет просто колоссальное количество проектов по расширению существующих площадок коммерческих, по строительству новых. И знаете, очень специфично то, что... Понятно, что ковид как бы подстегнул, да, вот это движение, то есть, по сути, являлся таким мощным импульсом, да, то есть, по ускорению этой ситуации. Но рынок уже был готов к этому с точки зрения того, что появился целый пласт, класс игроков, коммерческие ЦОДы, да, и определенная широта предложений для заказчиков. С другой стороны, заказчики сами уже ментально стали более готовы к покупке услуги ЦОДа.
нежели чем строительство своего. Просто раньше, ну, это психотип заказчиков, да, российских. Это менталитет. Менталитет, да, в том числе и психотип с точки зрения вот, владения. То есть, и, фиг его знает, что там происходит. Да, то есть, когда ты владеешь услугой, да, то есть, это не имеет за собой вещественного какого-то. Вот. Состояние поэтому как бы ценится меньше, то есть люди строили свои ЦОДы. А более того, так как ЦОДы строили в прошлом в основном инженеры, в том числе коммерческие, первый проект это всегда был еще и некий интересный эксперимент, да, посмотреть, что получится, какие-то новые решения попробовать и так далее. Тоже здорово, это классно, как бы, но как бы это немножко от задач бизнеса отличается. Да? А сейчас ЦОДы превращаются в ремесло. И это тоже здорово, потому что как бы, есть уже стандарты, есть практики, есть бенчмарки, есть конкурентная среда. Заказчики более готовы потреблять услугу. Она уже как-то сегментирована разным уровнем качества, параметрами. Есть, опять же, конкуренция, как я сказал. И заказчики начинают все больше и больше уходить в OPEX-модели. Это вообще тренды рынка, это не только... Это что значит? В аренду, в смысле? То есть уходить в потребление услуги, да, то есть когда ты свой бюджет уже, если брать баланс капитальных затрат, инвестиций, да, в инфраструктуру, либо операционных затрат, то есть смещение в сторону операционных затрат. Угу. А тогда вот с точки зрения биг... да, говорите. Да, я про эпицентр, извините, не закончил. Да. Если говорить про эпицентр взрыва, ковид дал мощный импульс, рынок уже готов, и в прошлом году, если почитать новости, огромное количество было анонсировано новых проектов по строению ЦОДов. И что примечательно, ЦОДы стали строить не только профессионалы, те, кто уже строил ЦОДы до этого, а появились новые игроки, которые совершенно из других сегментов рынка пришли в рынок ЦОДостроения. Это из рынка коммерческой недвижимости, инфраструктуры для логистики, склады там, например, да, и так далее. Это финансовые группы компаний, которые решили инвестировать в это направление и управлять этими проектами. Так как рынок гражданской недвижимости, коммерческой недвижимости стал менее доходным, более рисковым, многие обратили свой взгляд на очень сильно растущий и высокоперспективный рынок ЦОДов. Гринфилд, браунфилд. Вы видите перекос в одну или в другую сторону? Сейчас новые объекты все-таки стараются строить в поле с чистого листа, Greenfield. С чем это связано? Brownfield всегда имеет довольно-таки серьезный список ограничений. Да? То есть преимущество, у тебя есть здание, оно уже построено, но надо понимать, что ты ограничен уже собственной конфигурацией этого здания. Шаг колонн, я не знаю, шахты для прокладки кабельного хозяйства, да, то есть каких-то коммуникаций, возраст здания. Тут тоже есть нюанс. ЦОД — это объект, который эксплуатируется 10-15 лет. Да? Если мы берем здание, которое уже 10 лет существует, и начинаем строить ЦОД, это разница в возрасте ЦОДа и здания, в котором этот ЦОД находится. То есть через 10 лет тебе, скорее всего, понадобится капитальный ремонт здания при работающем ЦОДе, который не требует пока реновации. А так как ЦОД — это объект, который должен работать постоянно, непрерывно. Ремонт запрещен. Он возможен, но это очень дорого, очень неудобно. Это как менять колеса на едущем автомобиле. Да. Угу, я понял. То есть при прочих равных для ЦОДа Greenfield предпочтительный просто потому, что, во-первых, позже будет ремонт, во-вторых, можно учесть все требования. Гибкость, технологическая гибкость. И третье, как правило, строить с чистого листа дешевле. Ну, потому что реконструкция всегда сложность, да, потому что очень много ограничений. Хорошо. Вы сказали о том, что мы находимся в эпицентре. Скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то reliable статистика, на которую можно положиться о строительстве ЦОДов в Российской Федерации? Да, конечно, есть. Сейчас... Вы смогли бы поделиться сразу? Да, без проблем. Это открытая информация. Не нами, не только нами собрана. Есть уже ассоциации, да, определенные объединения игроков, которые делятся информацией. Есть аналитические агентства. Угу. В принципе, в интернете уже достаточно как бы, подробно, да, там это описано. Сейчас в России порядка 150 ЦОДов. Это мы говорим о коммерческих ЦОДах, естественно. Угу. Корпоративных ЦОДов на порядок больше, да, но здесь надо понимать, что ЦОДами разные компании, разные люди называют разные объекты. У кого-то ноутбук, а у кого-то несколько комнат. У кого-то две стойки, да, это серверная комната, у кого-то ЦОД, у кого-то на 100 стоек, это не ЦОД, а, не знаю, там, машины, зал. А вот мы с вами находимся в комнате, которая площадью, наверное, метров, ну, может быть, там, не знаю, 50 квадратных, может, чуть побольше. Сколько сюда залезет стоек?
Ну, я бы сказал, чтобы максимально эффективно использовать, если мы хотим получить коммерческий сот, здесь больше 20 стоек не поместится с учетом ограничений. Надо понимать, что здесь не будет внешней обвязки, вся инженерка тяжелая, она уйдет за помещение. Да-да-да, то есть 20 стоек. То есть одна стойка, грубо говоря, на 2 квадратных метра. Ну, 2,5, да, это так. Ага. Есть ряд, скажем так, технологических приемов, ухищрений, которые позволяют уплотнять. Да, один на один поставить? Ну, стойки один на один вряд ли. Можно количество юнитов менять, например, не 42 юнита, а 50, да, но это требует уже там решения других задач, скажем так. Да. Угу. Ну, да. Здесь понимаете, в чем прелесть ситуации? То, что решения, которые сейчас есть на рынке, которые мы в том числе предлагаем, они очень гибкие, да, то есть они позволяют решать эту задачу в различных форматах, да, то есть и с разным результатом. То есть все очень сильно зависит от исходных данных и тех целей, которые там стоят. Вот по поводу этих целей. Зачем людям так много цодов? Ну, то есть я, допустим, понимаю, что на свете есть интернет-магазин, который обрабатывает много заказов. Ну, окей. Для этого я понимаю, зачем. Я понимаю, что есть на свете Яндекс.Такси, которому нужно... Это тоже интернет-магазин, но плюс еще беспилотная машина. Это я понимаю. IT... То есть телефония, это мне тоже понятно, запись разговоров туда-сюда, ватсапчик. А вот ну, на средней компании, которая... зачем это надо? Или это что? Предполагается, что у нас есть, допустим, у нас есть завод в Ярославле, да? Yeah. Мы производим металлические здания в Ярославле. Сейчас маленький рекламный ролик сделаем. Компания «Астрон» занимается проектированием и производством полнокомплектных зданий с металлических конструкций. Промышленного, коммерческого и спортивного назначения. Наш завод находится в Ярославле. Мы приглашаем вас на экскурсию. Мы выделяем 5 ключевых преимуществ работы с нашей компанией для наших заказчиков. Первое – это огромный опыт. Мы реализовали более 50 тысяч зданий по всей Европе, более 1500 в России. Качество, проверенное временем и различными условиями эксплуатации. Второе – полный комплект поставки. Мы проектируем и производим каркас, стены, кровли, аксессуары, все, что необходимо, чтобы собрать здание, вплоть до герметиков и крепежа. Вы получаете все из одного источника. Меньше рисков на комплектации, нет простоев, нет перебоев с поставками и пересортицы. Третье. Высокая скорость монтажа. Болтовые соединения обеспечивают очень высокую скорость монтажа на стройплощадке. Например, проект КамАЦУ в Ярославле – это 50 тысяч метров квадратных производственного здания с 72 кран-балками внутри был собран со скоростью 10 тысяч метров квадратных в месяц. 50 тысяч метров квадратных мы собрали за 5 месяцев. Четвертое. Мы предлагаем уникальный для рынка продукт – фальцевую кровельную систему LMR-600. За счет вертикального фальца на 360 градусов мы гарантируем до 10 лет от протечек, а за счет специального покрытия алюцинк до 20 лет от сквозной коррозии. И пятое – это большой свободный пролет. Наши здания отличаются большими свободными пролетами без промежуточных колонн. Таким образом, заказчик всегда имеет возможность изменить технологию внутри помещения, переставив оборудование или каким-то образом использовать помещение по-другому. Примером такого здания может служить Platinum Arena в Красноярске. 78 метров свободного пролета для комфортного использования для спортивных соревнований. На нашем канале в Facebook мы регулярно публикуем новости о новых строящихся проектах. Подписывайтесь и будем на связи. Значит, вот там у нас есть несколько серверов, и там мы обслуживаемся, наша компания обслуживает. И в какой-то момент нам не хватает этих серверов, мы начинаем... Что происходит? Мы гонимся в погоне за бигдатой? Откуда такой взрывной рост данных? Смотрите, ну, несколько факторов, да, откуда вообще происходит рост и потребность, да, то есть увеличение и умощение количества СОДов. Безусловно, данные как бы множатся. Множатся они в геометрической прогрессии, возникают они не только уже от людей, а еще и от машин. Да? Мы понимаем, что с количеством датчиков, с количеством вот этих сырых данных, которые появляются, да, требуется больше места для хранения, для обработки, для передачи этих данных и так далее. Растет бигдата. Да, бигдата. Да. Интернет вещей сам по себе генерирует огромное количество трафика. Вот. Но это прям экспоненциальный рост за годы. То есть уже вещи генерируют больше трафика, нежели чем люди. И в этой связи у нас вопрос. Мы так и думали. Да. А нет ли такого ощущения, что бигдата ради бигдаты? Нет, отнюдь.
Второй как бы, момент, то, что сейчас многие компании, они свое развитие и повышение конкурентности на рынке видят через цифровизацию. То есть тренд очень такой серьезный, устойчивый. Цифровизация — это такое широкое понятие, но как бы, есть такие явные тренды, да, то есть это повышение автоматизации, да, то есть меньше людей, большая устойчивость, предсказуемость. Вот, и управляемость предприятием, то есть это промышленные линии и так далее. Uh-huh. А второе — это промышленные компьютеры, роботы везде, где это возможно. Ну, не знаю, там, горнодобывающая промышленность, да, вот этот робот, который там добывает там, руду, да, проходчик, он уже снабжен компьютером, который какие-то данные собирает, сам принимает решения, что-то передает наверх и так далее. А третье — это цифровые двойники. Вот это вообще очень интересная история. Цифровой двойник — это копия предприятия, всей его инфраструктуры в цифровом пространстве. Это позволяет очень серьезно повысить эффективность, предиктивность, предсказуемость, снижать операционные риски и повышать операционную устойчивость. Это прям реально работает в России? Это работает, это развивается, и это становится не просто модным и таким... А стандартом? Да, это становится стандартом. Индустрия 4.0, да, про которую сейчас очень много говорят, то есть это такой, такая массивная область, да, которая требует цифровизации, которая в свою очередь требует инфраструктуры для обработки огромного количества данных. Телеком, да, следующий драйвер, сети 5G, другой порядок совершенно цифр, скоростей, все это требует инфраструктуры. Инфраструктура IT-шной, которая в свою очередь требует электропитания, охлаждения, размещения и так далее. А это ЦОДы. 150 ЦОДов построено в России на сегодняшний день, ну, допустим, это примерная цифра. Через 5 лет их будет 1500? Не совсем так. Здесь тоже как бы все не очень линейно, я бы сказал. Ну, во-первых, рынок ЦОДов коммерческих, он измеряется даже не в количестве, не в штуках ЦОДов, а в количестве стоек. Так как ЦОДы бывают разного масштаба. То есть эти 150, они разные? Более того, сейчас вообще рынок консолидируется. Одни компании покупают другие. Ну, в принципе, тоже можно в интернете посмотреть, это публичная информация. И ЦОДов где-то в какой-то момент становится меньше, да, ЦОДовладельцев. Компаний становится меньше, компаний меньше, а стоек зачастую больше. О, а сколько сейчас стоек, кстати, в России, вы знаете? Порядка 45 тысяч, но вот если говорить о том, что мы в эпицентре взрыва находимся, спрос сейчас превышает предложение. И интересный момент то, что спрос он не, и предложение — это не среднестатистические величины. То есть говоря о том, что вот есть сейчас 45 тысяч стоек, из них, скажем так, треть свободна, это не означает, что эта треть однозначно вакантна. Может... Она да, не вакантна. Вакантна. То есть она может быть зарезервирована. ЦОДы могут располагаться далеко от потребителей, и потребителю надо как бы ближе ЦОД иметь, это тоже отдельная тема. Я вижу, как загорелись ваши глаза. Так вот, бурный рост, который мы сейчас наблюдаем, те проекты, которые сейчас происходят, говорят о том, что рынок ЦОДов удвоится в ближайшие 2-3 года. Вот. Удвоится в стойках. Угу. Хорошо, а потом еще удвоится, наверное. А скажите, пожалуйста, про географию. Я очень надеюсь на это. Я надеюсь тоже. Мы тоже строим ЦОДы. У нас на самом деле небольшой опыт. У нас два больших ЦОДа построены, Яндекс и Билайн. Ярославль из нашей конструкции. Мы, собственно, конечно, смотрим на этот бизнес, тоже нам очень интересно, потому что мы думаем, мы об этом чуть позже скажем, что если есть какие-то требования строительные для ЦОДов, которые там. А по поводу географии, то есть вы сказали, удаленность от ЦОДа – это, вообще говоря, важный момент. А какие здесь есть, ну, не знаю, там, это мы говорим про километры или сотни километров, или вообще, не знаю, или тысячи километров? О. То есть где граница… Смотрите, интересный момент. ЦОД – вещь вроде такая цифровая, да, то есть у нас есть канал связи и… Ну, скорость света. По технологии, да, то есть можно дистанционно этот сервис потреблять, но есть нюанс. Нюанс номер раз. Заказчики, потребители услуг коммерческих ЦОДов хотят иметь физический доступ к своему оборудованию. По разным требованиям. Надо что-то доставить, доделать. Да, есть услуга Remote Hands, которую оказывают операторы ЦОДов, когда их службы… их персонал по задаче как бы заказчика, да, что-то делает, меняет там картриджи, не знаю, там какие-то диски добавляет, программное обеспечение переустанавливает. Но тем не менее заказчик хочет иметь доступ. Да? К арендованному даже ЦОДу. К арендованному, потому что его оборудование стоит в этих стойках. Всегда? Не всегда. Ну, часто очень. Бывает услуга виртуальных серверов, облачные услуги, но если говорить о чистом колокейшене, то это оборудование заказчика стоит в стойках. Сервер заказчика, да, вставляется, да, в стойку. Да.
И заказчик хочет иметь физический доступ к своему серверу. Я просто... В том числе и по требованиям безопасности. Потому что у заказчика там крутятся важные, критичные, иногда для его бизнеса задачи. Понятно. Это первое. То есть физическая доступность. Да? И здесь у всех заказчиков есть разные требования, но мы понимаем, что здесь речь идет о максимум сотнях километров. Ну, я сел на машину, доехал там 5 часов, допустим. Да. То есть, грубо говоря, из Москвы в Нижний можно доехать. Да, в этом но смысле. Во Владивосток уже сложно. Ну да. Да. Второй критерий – это технологические задержки. Да, то есть есть вот задержки сигнала. Скорее это меня больше интересует. Да. Здесь очень сильно зависит от того сервиса, той услуги, да, то есть, которая поддерживается оборудованием в ЦОДе. Угу. Если мы говорим о каких-то онлайн вещах, которые требуют очень быстрой реакции, то задержки выше какого-то порога скольки-то миллисекунд, они являются критичными. Да. Если это процессинг, причем такой довольно-таки высокоплотно нагруженный, то есть это требует близости определенной. По-другому поставим вопрос, упростим. Какие, какие задачи можно решать на удаленном ЦОДе, который реально, допустим, находится от нас в Казани, то есть на машине не доедем? Хранение информации, которая не требует моментальности доступа, большой, архивы, да? Да, то есть это приложения, для которых задержки как бы временные не столь значительны. Но вот, например, игровая индустрия очень критична, да, то есть к времени задержки. Если вы играли в онлайн-игры, вы понимаете, что от времени сигнала, то есть до сервера, да, то есть очень сильно зависит качество игры, да, и результат. Поэтому вот с точки зрения такого практического подхода ЦОДы дальше тысячи километров от своих клиентов, как правило, не строятся. 80%, даже больше, наверное, ЦФО, ЦОДов, они более того в Москве и немножко в Питере. Вот. Ситуация меняется, так как заказчики не только в Москве находятся, и потребители. Вот. И сейчас мы видим, что и регионы очень активно начинают перерастать ЦОДами, в том числе коммерческие. Вот, то есть, один из главных драйверов будущего роста – это коммерческие ЦОДы в регионах. Да. Там миллионники сначала, а потом там помельче. И, ну, чисто такой практический вопрос, у меня не записан нигде, но вот как вы думаете, на какое количество стоек надо рассчитывать в новом ЦОДе, я не знаю, там, коммерческом, под Новосибирском или там в Новосибирске? То есть, в миллионнике, в любом, на самом деле. Если говорить о ЦОДе универсальном, то есть без якорного заказчика, просто в открытый рынок, сейчас строятся ЦОДы с количеством стоек сотни, да, 200, 300, 500. Но технология ЦОДов, сейчас все как бы ее придерживаются, подразумевает возможности масштабирования. То есть строится ЦОД на 500, но его можно умощнять еще на 500. 100 стоек – это 200... Одна стойка 2,5 метра квадратных, вы сказали, примерно. То есть 100 стоек – это 2500 метра квадратных. Правильно? Зал сам. Этот зал, он должен еще обслуживаться кучей всякой вот этой обвязки. На 2 умножаем площадь? Грубо, если так вообще, так нельзя говорить. Так нельзя говорить. ЦОДы бывают многоэтажные, ЦОДы бывают плоские. Ну, порядок, наверное, именно порядок площадей приблизительно таков. Я бы даже не на 2, там, на 2,5 умножил. Хорошо. Чем определяется многоэтажный или плоский? Просто наличием земельного участка? Наличием земельного участка, конструктивами ЦОД. Да, если там, у тебя ЦОД контейнерный, ты можешь контейнеры, в принципе, друг на друга ставить в отдельный. Ну, контейнерный – это какое-то, я понимаю, совсем такое портабл решение. Либо модули. Не совсем. Если мы говорим про морские контейнеры, да, там 20-40 футовые, то да, конечно. Это скорее там класс мобильных ЦОДов, которые можно еще и с ограничениями перевозить куда-то, да, релоцировать. Если мы говорим о неких контейнерах, как конструкциях, которые как бы все замкнуты, да, и которые можно куда-то переставлять, то можно строить ЦОДы двух и даже в отдельных случаях трехэтажных. Есть примеры и в России в том числе. А так, в принципе, берем башню Москва-Сити одну и ее целиком делаем из нее ЦОД. Это в принципе, ну, она просто очень, наверное, потребует бесконечное количество энергии, да? Про энергетику, конечно, да. Здесь есть еще и ряд ограничений сугубо архитектурных. Как правило, в ЦОДе тяжелое оборудование, инженерное оборудование очень тяжелое. То есть это батареи, это дизель-машины, холодильные машины. То есть это довольно-таки... Нагрузки большие просто. Да, то есть чисто насыщенное металлом как бы оборудование. И даже шутки там ходят, что любой ЦОД, на каком бы ты этаже его ни строил, имеет шанс оказаться на первом. Да, потому что... То есть требование к перекрытиям. Понятно. Второе требование к коммуникации. Вертикальная коммуникация – это сложная история. Да? То есть, поэтому ЦОДы с точки зрения практики, с точки зрения практичности строятся в основном плоские.
То есть не многоэтажные, а все-таки в пространстве. И, как водится, Россия все-таки страна богатая, да, землями. Вот, поэтому в России все-таки стараются вширь строить, а не вверх. А вот, например, в таких странах, как Япония, Сингапур, Корея, где земли мало, она безумно дорогая, там как бы как раз вертикальные вот эти вот элементы строительства, да, присутствуют, угу, превалируют. Хорошо. А давайте поговорим про этап реализации проекта ЦОДа. То есть какая-то компания решает для себя построить ЦОД. Ну, допустим, коммерческий. Допустим, там стоек на 200, на 300, то есть достаточно большой. Это получается здание площадью там 6-7 тысяч квадратных метров. Вполне себе строительство. Вы могли бы вот ваша практика выделить, ну вы же видите, как это происходит. Какие этапы вы выделяете или клиент выделяет, и сколько это примерно занимает времени? Ну, если говорить вообще о цикле построения ЦОДа, сейчас средняя практика для Москвы, то есть от идеи, если как бы нет никаких, скажем так, блокирующих моментов, то есть от идеи до ввода в эксплуатацию проходит в среднем где-то около 2 лет. То есть 1,5-2 года. Да? 1,5, если очень бодро и, скажем так, без задержек вообще каких-либо временных, 2 года как бы, ну, вот среднестатистическая история. Если говорить об основных моментах построения ЦОД, да, этапах укрупненных, безусловно, ну, здесь очень схоже с любой большой стройкой. То есть, ЦОД все равно это недвижимость, да, это недвижимость, насыщенная пленной инженеркой. Так же, как и вот офис, где мы находимся, завод и так далее. Везде есть своя специфика, но в целом, как бы, с точки зрения стройки, нормативов и так далее, все очень-очень близко. Поэтому начинается все с бизнес-задач. Да? Бизнес-задача превращается в некую бизнес-концепцию, бизнес-план, да? То есть уже насыщенный какими-то бюджетными цифрами, где, собственно, описываются основные критерии, то есть которым должен соответствовать ЦОД с точки зрения расходной, доходной части и так далее. Дальше бизнес-задача, она идет в технологическую уже сторону, да? И появляется концепция ЦОДа технологическая, которая уже основные архитектурные решения определяет, технологические решения, в том числе там ЦОД будет, не знаю, система охлаждения на воде, там чиллерная система, либо фреоновые системы и так далее. Далее наступает этап создания эскизного проекта. И по большому счету это начало проектирования. И дальше это обычное проектирование строительное, независимо от того, да, ЦОД это или завод. Параллельно, где-то последовательно параллельно, могут, и сейчас это все чаще и чаще встречается, это сертификация ЦОДа по стандартам рынка ЦОДостроения. И какие есть, там, например, стандарты? Например, есть компания Uptime Institute, международная, вот, ну, вообще американская, да, но услуги оказывают по всему миру, которая является стандартом де-факто на рынке ЦОДостроения. Есть 4 разных уровня ЦОДов, тир 1, 2, 3, 4. Вот, тир 1? Тир 1, ну, уровень 1, 2, 3 или 4, или там, слой, тир, если переводить, которые описывают основные решения ЦОДа и параметры ЦОДа, дают понимание ориентировочного бюджета на стойку и дают очень четкие критерии отказоустойчивости ЦОДа. То есть, грубо говоря, чтобы получить ЦОД такого-то уровня, тебе надо потратить столько-то денег, и у тебя решения должны соответствовать таким-то критериям, уровню резервирования и так далее. Там очень много, как бы, нюансов и технологических критериев, это серьезная сертификация, и она признается во всем мире. И вы сказали, что она начинается в процессе проектирования, уже надо думать про это. Безусловно, то есть на этапе даже концепции, если ЦОД планируется сертифицировать по стандартам Uptime, как правило, уже идет определенная проработка, да, то есть с привлечением в том числе сотрудников Uptime Institute, либо каких-то партнеров, которые помогают с этой сертификацией. Потому что на уровне концепции уже закладываются решения, которые должны соответствовать стандартам Uptime. На уровне проектирования, безусловно, как бы это все должно тоже соблюдаться. Дальше на этапе строительства тоже. Есть 3 основных уровня сертификации Uptime. Типы сертификации. Первый – это сертификация проектной документации. Второй – это сертификация площадки, что гораздо сложнее, потому что на документе может быть одно, да, там, в проектной документации, а по факту немножко другое. Площадки в смысле уже построенного здания? Построенного здания ЦОДа, да. Очень много критериев. Уровень? Третий уровень – это эксплуатация. То есть типа качество сервиса оказываемого ЦОДа? Не совсем, а внутренняя эксплуатация ЦОДа. То есть чтобы обеспечивать услугу ЦОДа с правильным уровнем, надо правильно ЦОДом управлять. То есть, как это похоже на 109 тысяч, то есть там процедуры, процессы, да, то есть рабочие KPI, бригады, всякие, диспетчерское управление, процессы, документация и так далее. Да.
Очень много критериев, например, вот про площадку, если говорить, сейчас еще пару секунд скажу. Да, конечно. Оцениваются не только технологические решения внутри, то есть как система беспрерывного питания сделана, охлаждение, мониторинга, но и внешние факторы, которые могут нести угрозу отказоустойчивости ЦОДа. Например, близость железнодорожных путей, контрактование с поставщиками топлива. Да, если у тебя есть дизель-генератор, тебе надо иметь непрерывную поставку как бы, топлива, гарантированную. То есть должно быть топливохранилище и контракт на постоянное заполнение. Ну, то есть, потому что может возникнуть ситуация, ЦОД упал, электричество не восстановилось, работает на дизелях, топливо кончилось, топливохранилище взяли, а дальше что? Вот. А трассы пролетания самолетов, да, и так далее. Чтобы они случайно не падали на ЦОД, ну, в этом смысле? Есть же риск, конечно, в том числе. Вот. И, соответственно, вот этот шильд, да, то есть сертификация Uptime Institute для рынка – это вполне понятный и гарантированный как бы, маркер качества услуг ЦОД. Да. То есть, смотрите, у меня следующий вопрос. По участникам процесса в проектировании ЦОДа, с точки зрения, если сравнить ЦОД с заводом по производству полнокомплектных зданий, например, то получается, что там есть свой технолог, понятное дело, который задает это все, есть больше, гораздо больше всякой электрики, например, от вас, да, и вот есть вот этот новый, этот вот для меня новый Uptime Institute. То есть, если нормальное производство сертифицируется, если медицинское сертифицируется там по своим каким-то этим самым параметрам, то здесь вот есть специальный орган сертификации, мировой. А есть российский аналог такого вот сертификационного центра? Ну, типа как ISO 9000, который можно купить. Сейчас, да, появился российский стандарт. Есть стандарты построения машинных залов, технологических помещений еще советских времен. Сейчас усилиями ассоциации, да, которые у нас есть, и там, группы энтузиастов, которые взаимодействовали с властью, то сейчас внедряется новый российский стандарт по построению инфраструктуры ЦОД и по ЦОДам вообще. Но если говорить о признании, о общемировом уровне вот этого стандарта, да, то есть, то, конечно, Uptime сейчас номер один и в России в том числе. Угу. А можно сказать, что из 150 ЦОДов или там из 45 тысяч сертифицируется ЦОД целиком, не стойка, разумеется, отдельная? Конечно. То есть сертифицируется какой-то проект, здание какое-то там. А, и сколько из этих 150 ЦОДов сертифицировано Uptime? Там половина? Нет, не половина, меньше, но сейчас практически каждый коммерческий ЦОД планируется с сертификатом Uptime. Гораздо больше ЦОДов сертифицируют только, это проще и дешевле, только проектную документацию. Но это уже позволяет говорить, что ЦОД спроектирован соответственно. Хотя бы спроектирован как следует. Да, да, ну, потому что, скажем так, это как продвижение по дереву вероятности, да, то есть с каждым шагом у тебя вероятности как бы уменьшаются. Падение рисков, да, падение. Такое, да. И все больше игроков начинают сертифицировать площадки. Сразу закладывают бюджет, сразу уже делают проект с учетом того, что площадка тоже будет сертифицироваться. А это большие вообще деньги, сертификация по Uptime? Это не маленькие деньги, но в масштабах капитальных затрат на ЦОД это деньги относительно небольшие. Хорошо. У меня вопрос был про существующие здания, но я уже понял, что, во-первых, нужны большие площади, во-вторых, желательно на одном этаже, в-третьих, большие нагрузки технологические, физические, в смысле просто давят на пол, а с другой стороны, нагрузки электрические огромные, совершенно не... Никто, никакое здание не приспособлено в Москве для этого. Ну, вот так вот просто жилой дом нельзя сделать ЦОДом, то есть как бы это очень... Можно, но будет очень дорого. А, кстати, вот так вот, просто для обывательского понимания. Вот есть жилой дом там, он потребляет какое-то количество энергии. ЦОД потребляет в сколько раз больше? На порядке. На порядке. Ну, то есть там нули перерисовываются дальше. Есть в России ЦОДы, которые, полная проектная мощность которых составляет 100 мегаватт, даже более. 100 мегаватт? 100 мегаватт – это маленький город. Целиком? Целиком. 100 мегаватт – это очень много. Угу. Скажем, жилой дом, даже большой, потребляет ну, в лучшем случае сотни киловатт. Понятно, да. Я понял. Огромная разница. Да, и концентрация этой энергии, плотность, она совершенно другая. И это выдвигает совершенно другие требования к безопасности, по понятным причинам. То есть там пожары могут быть и все такое. Ну, их не должно быть, разумеется, само собой. Хорошо. То есть смотрите,
заказчик в коммерческом ЦОДе приходит со своим сервером и втыкает его в эту самую в стойку. Да. А все остальное оборудование вокруг его выбирает, ну, там, заказчик, грубо говоря, какой-то там. Кто собственно, владелец, себе... оператор ЦОДа, скажем. Да. То есть, кто это делает? Кто выбирает оборудование? Как это происходит? Как правило, тот, кто является заказчиком на этапе строительства ЦОДа. Какой-то там у них есть свой главный инженер и так далее. Конечно. А это оборудование, оно где производится сейчас в основном? По-разному. В России производится такое оборудование? В том числе в России. То есть в России можно из российских комплектующих целиком построить ЦОД? Полностью нет. К сожалению, пока нет. Сейчас нет. Вы думаете, в перспективе можно будет в течение там, 5 лет? Опять же, здесь важный момент. Так как у нас законодательство меняется, да, с точки зрения, что является локальным производством, сейчас критерии того, что является локальным, очень жесткие. Да, и сказать, что вот мы здесь производим на заводе какой-то элемент, да, далеко не всегда это означает, что это будет признано российским производством. Потому что это может быть крупноузловая сборка или что-нибудь в этом духе. Ну, конечно. Может быть, оболочка, да, то есть вся начинка, она производится не здесь. Но действительно, как бы многие элементы могут быть произведены здесь, да, то есть многие уже много лет производятся, появляются новые какие-то вещи, которые, ну, уже здесь доступны к производству. Но есть, скажем так, некоторые сложные элементы, которые можно технологически производить в России, но это существенно дороже, нежели производить за рубежом. Угу. Санкции каким-то образом повлияли на ЦОДы? Вообще были какие-то ограничения? Санкции ударили по добыче, насколько я знаю, по ЦОДам? Напрямую нет. Есть требования законодательные по хранению данных и так далее. Да, то есть, но это другая совсем операторы история. ЦОДов соблюдают все эти требования. То есть, здесь, безусловно, это дало какой-то импульс, он не очень был долгим по времени, да, но это дало импульс о переводе части инфраструктуры иностранных компаний, которые здесь услуги оказывают, в российские ЦОДы. Это то, почему LinkedIn заблокировали. Он не переехал. В том числе он не переехал. Он решил не пополнять, как бы, да, вот, список заказчиков ЦОДов. А в целом, как бы, каких-то жестких ограничений или, наоборот, там, позитивных сдвигов санкции не принесли. Хорошо. По земельному участку для ЦОДа более-менее понятно, что нужна география, рассчитанная на близость к какому-то там клиенту, то есть смотря на кого рассчитываем, когда строим. Ну, относительно близости, конечно. Ну, какая-то там, да. Ну, хотя бы там, ну, сотни километров. Ну, то есть, опять, чтобы можно было доехать, понятно. И нужна доступность ресурса, главным образом, энергетического, то есть главным образом электричества. Не только. А что еще так важно? Каналы связи. Если у тебя ЦОД стоит в чистом поле, обрабатывает кучу важных данных, но не имеет возможности надежно их отправлять. Вы же понимаете, что надежность системы вообще в целом определяется самым узким местом. И, кстати, есть требования, в том числе там, аптайма, да, если говорим о сертификации, либо требования с точки зрения ЦОДа как объекта бизнеса, обеспечить определенную готовность сервиса, доступность сервиса. Угу. И если телеком-канал у тебя не резервированный, либо не обеспечивает гарантированного качества, то вся вот эта супернадежность ЦОДа, оборудование внутри, она ограничивается вот этим бутылочным горлышком. Информация, то есть проводом, который идет куда-то там. Конечно. А там только провод, никаких Wi-Fi в таких мыслях, никаких там, не бывает никаких вот этого беспроводного передачи данных. Между ЦОДом и потребителями нет, конечно. То есть это оптические каналы. Ну, это традиционная телеком-инфраструктура, да, потому что услуги ЦОДа потребляем в том числе и мы. То есть в том числе и через Wi-Fi, но как бы где, на каком этапе участки этой коммуникации, коммуникационной сети стоит как бы вот Wi-Fi. То есть, конечно, с точки зрения там, ЦОДа, в него входит, из него выходят большие оптические магистрали. Вот. А эти оптические магистрали самому, допустим, ну, предположим, мы это ведем от лица Ассоциации индустриальных парков. Я понимаю. Предположим, да. У меня есть индустриальный парк, у меня его нет, ну, допустим. Супер. И я такой думаю, а я построю парк для ЦОДов. Мне говорят, никаких проблем, но до ближайшего города нужно проложить, вот что нужно проложить, как это называется еще раз? Канал связи. И это не один кабель, это, они же должны как-то еще там друг друга... Это не один кабель, более того, должны быть независимые линии, как минимум. Вот, да. Две, то есть бывают там разные топологии, кольцо, например, и так далее, да. Есть определенные критерии. Это да. Дорогая штука? Это не дешевая штука зачастую, а вообще выбор площадки для ЦОДа – это очень такая креативная многофакторная задача, которая включает в себя не только стоимость земельного участка, то есть включает в себя транспортные возможности, включает в себя телеком-возможности, энергетические возможности, и не только в моменте, а еще и с точки зрения расширения последующего. А, потому что там ЦОДы строят с прицелом на расширение. Да, сейчас мне надо 10 мегаватт,
но в потенциале я хочу иметь возможность до там, 50, например, расширяться. Да? То есть этот запас должен быть предусмотрен. Покупать я сейчас не хочу как бы эту энергетику, ну, да, то есть строить там подстанции и прочее, прочее. А безопасность тоже очень важный момент, да, с точки зрения доступа на территорию. Ну, есть примеры ЦОДов, например, на объектах атомной энергетики в России. То есть требования по безопасности, вы же понимаете, какие-то, да? Ну, то есть получается, что индустриальному парку нужно много вложить денег на самом деле. Ну, если только не повезло родиться около гидроэлектростанции. Я понимаю, к чему ваш вопрос. Я бы сказал так, индустриальному парку, на мой взгляд, опять же, в среднем, как бы, да, требуется меньше усилий и затрат на то, чтобы построить ЦОД, который будет соответствовать этим критериям, потому что часть инфраструктуры, часть требований, которые ЦОД накладывает, они уже есть. Индустриальный парк, как правило, это определенная территория, да, с определенной инфраструктурой, в том числе энергетической. А индустриальный парк уже имеет по определению определенный инженерный персонал, да, в своем составе. Да, да. Да. Я просто пытаюсь сказать, что если индустриальный парк хочет заниматься ЦОДами, то у него появляется, кроме электричества, то, что понятно, как бы, да, еще вот эта вот магистраль, которая, а куда она должна дойти? До телеком-операторов. Но здесь история следующая. Телеком-операторы заинтересованы в том, чтобы присутствовать на площадках, на ЦОДах. А, потому что клиенты, которые ставят ЦОДы, им тоже требуются телеком-услуги. Им эти данные надо через кого-то передавать. Поэтому для телеком-операторов это точка концентрации их заказчиков. И это сложная довольно-таки система отношений, взаимовыгодная, между оператором ЦОДа и телеком-операторами. Телеком-оператор — это Билайн, например. Ну, вот пример. Я пытаюсь понять. Да, да, конечно. Простой пример. ЦОД в Москве. Да. Независимый игрок — это не мобильный оператор построил коммерческий ЦОД, а независимый игрок. В этом ЦОДе может быть 10-15 операторов различных. То есть заводить свои узлы обмена трафиком, свои каналы подводить и так далее. А бывает так, что один оператор канал другого арендует. Но это как бы это уже вот телеком вот эта инфраструктура. Частный случай. Да. А, и вот эти телеком-операторы, они еще обмениваются данными внутри, пиринг, да? Для них это тоже определенный бизнес. А своим клиентам они предлагают разные услуги. Клиент, когда заходит в ЦОД, он спрашивает: коллеги, окей, то есть по электричеству понятно, по стойкам понятно, безопасность понятна, готовность, во, сертификат оптайма, классно, есть. Что у вас с телекомом? И как бы, оператор говорит: у меня есть вот эти 15 компаний, вот их тарифы на интернет, вот их тарифы на какие-то их услуги, а для клиентов какие-то специальные могут быть программы и так далее. Выбирайте. То есть ЦОД сам по себе не весь сервис оказывает, ему нужен телеком-оператор внутри или на нем, который оказывает услугу клиенту. Конечно. Более того, коммерческие ЦОДы, да, они же разные услуги могут оказывать. Например, ЦОД, который оказывает услугу колокейшена, он может взять к себе в качестве клиента какую-то компанию, которая будет, которая заберет там 100 стоек, развернет свои облака и будет облачные услуги оказывать каким-то клиентам вовне. Вот это но понятно, для ЦОДа-строителя и ЦОДа-владельца клиентом будет вот эта компания. Да-да-да, типа стоек. Dropbox какой-нибудь. Конечно, это тоже такая многоуровневая модель, вот экосистема, которая… Блин, и это очень развивается. Ох. Ну, вот, наверное, бизнес ЦОДов очень близок к бизнесу телеком-компаний, сервисных провайдеров. Да? То есть с точки зрения, вот есть инфраструктура, есть разные уровни продукта, сервиса, да, предложений до самых высокоуровневых. Угу. Телеком-компании же в отдельных случаях могут, например, прийти в предприятие, какое-нибудь крупное российское, сказать: давайте мы вам полностью организуем под ключ всю вашу IT-телеком-экосистему. Все сервисы выстроим и так вообще далее. Все, да, вам понятно. Будет не важно, где крутятся эти железки, где они стоят, как они питаются. Мы вам оказываем вот такой вот сервис. Ага. Уже с уровнем SLA ну, то есть, на уровне типа это типа розница. То есть если дата-центр ЦОД — это опт, то да. Телеком-оператор становится розничным продавцом этих услуг, грубо конечно, говоря. Конечно. Очень интересно. Хорошо. То есть дата-центр без телеком-оператора, вообще говоря, такая, ну, то есть коммерческий дата-центр без телеком-оператора… Невозможно. Непонятно. Что либо это. Ты сам должен стать телеком-оператором. Что невероятно для… Но это… Это сами только ради этого делать? Да, да, конечно. То есть это новая компетенция, и по умолчанию телеком-операторы как бы имеют огромные преимущества, потому что это их core-бизнес, а для тебя это… Сложно как. Все, хорошо, ладно. Какие требования к зданиям?
Здесь... К строительным решениям, даже так можно сказать. Ну, есть определенные нормативы, да, то есть есть СНИПы, есть ГОСТы, есть определенные нормативы с точки зрения построения ЦОДов, да, вот те же стандарты еще и советские и так далее, которые регламентируют, какие должны быть стены, там, не знаю, влагопаропроникаемость, по электрической защите, там, уровни защиты. Я по-другому, вот, смотрите, да. Для медицинских предприятий очень частым требованием является чистое помещение. В ЦОДах тоже есть с точки зрения там, пыли, да, загрязнения воздуха, тоже определенные требования. Так. Просто как бы я сейчас не буду, наверное, оперировать процентами, какими-то там долями, вольтами, килограммами. Да. Скажу так, что ЦОДы — это помещение, требующее определенной климатики внутри, определенной чистоты воздуха. Это требования к нагрузочным способностям перекрытий, потому что это тяжелое оборудование. Несущая способность, да, или перегрузочная способность. Это определенные требования с точки зрения обмена энергии с внешней средой. Например, в ЦОДе окон не бывает по понятным причинам, потому что в ЦОДе надо охлаждать оборудование, и каждое окно добавляет киловатт сколько-то. Да? И есть требования с точки зрения дальнейшего управления ЦОДом и расширения его. Да? То есть он должен строиться так, чтобы потом можно было его достраивать. Да. У него не бывает окон. Там очень серьезные требования к микроклимату. В автозалах не бывает такого. Ну да, я понимаю, да, там люди-то работают, там понятно, да. Требования к климату и к надежности. Да. Ну то есть, когда мы, например, говорим про то, что у нас есть кровельная система с гарантией от протечек, по идее для ЦОДов это должно быть интересно, потому что типа надежное решение. Это применяется, это надежное решение, то есть мембраны, системы и так далее, да, конечно. Более того, те объекты, про которые вы говорили, в Ярославле и так далее, мы также участвовали в этих проектах. Я понимаю. И наше оборудование также там присутствует. Да. Понятно. Здесь действительно, вот если говорить о ЦОДах, наверное, здесь ближе всего это индустриальное здание, да, то есть с точки зрения требований по электрообеспечению, электробезопасности в том числе, по системам охлаждения, вот, канализации, все это традиционные инженерные системы. А с точки зрения автозалов, вот вы очень хорошо медицину упомянули, наверное, как бы требования вот близки к именно по требованию к медицинским атмосфере. Да. У меня странный вопрос. Мы тут думали, имеет ли смысл каждому индустриальному парку задуматься о том, чтобы построить свой ЦОД? По идее-то, в общем-то, логично, чтобы он обеспечил потом эту доступ к бигдате там. Здесь, опять же, есть определенная практика на рынке. Да? То есть, рынок же сам формирует, по большому счету, какие-то привычки и там, типовые истории. Угу. А если вообще за рубеж посмотреть, то индустриальные парки, да, в Италии я прям этой темой занимался очень так тщательно. Да? Каждый, у них это зона индустриальная называется, в каждой такой зоне есть как минимум маленький цодик. Маленький, может быть, на 10 стоек, но есть. Так мы и думаем. Для чего? То есть это ЦОДы шаговой доступности клиентам или Edge-ЦОДы, которые вот прям возле клиента находятся. Для решения каких-то таких операционных задач, более серьезные истории, связанные с исследованием, с анализом, переработкой больших данных, это уже, как правило, там. Угу. Либо это ЦОДы под решение задач операционного управления, ОТ, когда требуется очень быстрая реакция, очень быстрая. То есть, допустим, там система пожаротушения завязана на местный ЦОД, чтобы она сработала сразу. Или там охранная сигнализация какая-нибудь. Условно, да. Или станок, который там в онлайн-режиме какие-то очень сложные дела. Но это уже требуется... конкретная конечно, вещь. Конечно, да. То есть, чтобы компания не строила свой ЦОДик у себя, а могла бы быстро арендовать. Это какая, получается, такая базовая инфраструктура? Абсолютно так. Более того, это является неким преимуществом, некой фишечкой, которую предлагают как дополнительный сервис собственный индустриальный парк. Коллеги, индустриальные парки. ЦОД теперь становится базовым элементом инфраструктуры. Но это не очевидно было вчера для меня. Вы знаете, действительно это так. На индустриальные парки, на технопарки, которые в России строятся, планируются, проектируются, то, как правило, в каждом таком объекте присутствует как минимум возможность построения ЦОДа. То есть находится какой-то партнер, оператор, либо те, кто строит парк, сами обеспечивают такую систему. Более того, и решения есть, которые позволяют, так сказать, парк развернуть, не парк ЦОД, а развернуть, что называется, на парковке. То есть это быстро возводимое здание, либо это контейнерный ЦОД, который приводится, ставится, подключается и запускается. То есть это префабрикатик. Но вот еще раз, да? Вот для тупых. Я открываю дверь, и я туда вставляю все-таки оборудование. То есть это стойки приезжают. Да. То есть, чтобы сразу вместе с оборудованием, чтобы прямо вместе с оборудованием, ЦОД все в одном, all in one.
То есть это несколько контейнеров, в одном система бесперебойного питания, в другом охлаждение, в третьем стойки с оборудованием. Все это вместе соединяется, стыкируется, да, то есть подсоединяется и устанавливается. И это, вот тут у меня вопрос, бывают ли типовые дата-центры? Бывают типовые дата-центры. Да, конечно. То есть вот такая штука — это типовой дата-центр. Да. Стандартизация здесь тоже определенная есть, да. Ага. В этой компании для себя как бы делают некий стандарт сод-строения и, извиняюсь, там шлепают соды, да, то есть в таком регулярном как бы режиме. А бывают типовые контейнеры, либо решения, состоящие из нескольких контейнеров, да, то есть которые заказываются и привозятся, ну, как один артикль в том числе. Mm-hmm. Это очень сильно сокращает сроки производства, проектирования. Ну и ввод в эксплуатацию, понятное дело. Ввод в эксплуатацию. Это типа сразу происходит. Конечно. Mm-hmm. Бывает, очень хорошо. Ограничение, есть ли ограничения на расширение мощности? Я понимаю, что это продиктовано просто ресурсом. Земельным, куда расти, и энергетическим. Энергетическим, земельным и архитектурой ЦОДа. Ну, то есть, если он построен так, что пристраивать некуда, то привет. В том числе, да. Угу. А вот теперь такой вопрос. Смотрите, ЦОД – это машинный зал в основном. А вокруг него есть еще обязательно вспомогательные помещения. Бесперебойное питание – это раз. А холодильная установка – это два. А что, какой-то, наверное, оператор, кто-то сидит, все-таки что-то там на компьютере что-то делает. Да. Это три. А какие еще есть, если есть какие-то, ну, может быть, что-то есть еще, набор помещений? Ну, смотрите, вот три категории выделяются, практически как бы все их назвали сейчас, да, то есть вот в рынке ЦОДостроения выделяются три типа помещений, три там типа зон внутри ЦОДа, да. И к ним накладываются разные требования с точки зрения климатики, с точки зрения там, обеспечения чистоты воздуха и так далее, да, там, в том числе там, и безопасности. Первое – это white space, это там, где стоит оборудование, это стойки, это машинные залы. Второе – это называется gray space, это те помещения, где находится инженерное оборудование обвязывающее. Те же бесперебойники, те же дизеля, те же системы охлаждения, автоматизации и прочее. И третье – это административные здания, то есть это АБК в составе ЦОДа, административно-бытовой комплекс, либо подобные помещения. Там могут находиться диспетчерские, там могут быть находиться комнаты для работы персонала, для работы заказчиков. Это различные вспомогательные помещения для хранения каких-то комплектующих, склады и прочее, прочее. И соотношение, как мы поняли, на одну стойку приходится 2,5 метра квадратных машинного зала плюс умножить на 2,5 все остальное, ну или там на 3, ну плюс-минус, наверное, бывает. Зависит от технологических решений в ЦОДе. Бывают решения с гораздо большей плотностью, скажем так, или меньшей площадью. Они могут стоить дороже. Очень много критериев, это очень такая нелинейная, неоднозначная задача. Но, как правило, экономить место приходится в случае, когда ты строишь где-то в городе. Или в браунфилд. Или уже браунфилд. Да. Если идет речь о чистом поле, у тебя гораздо больше возможностей строить, уже не ограничиваясь площадью. Мы же понимаем, что мы строим ЦОД, где главным фактором является самый критичный ресурс с точки зрения доступности. Если это земля, то ты от этого будешь плясать. Если это энергетика, то от энергетики. Mm-hmm. Если это телеком, то телеком. Телеком в смысле вот эта доступность канала? Да, да, да. Понятно. Да, кстати, ну то есть этот канал, он имеет пропускную способность. Конечно. Она тоже не бесконечна. То есть это как раз то и есть ограничение. Да. Понятно. Про зонирование сказали. Срок окупаемости вообще имеет смысл обсуждать? Или это вообще... Имеет. Это важный параметр, так как я в самом начале нашей беседы сказал, что коммерческие ЦОДы – основная цель – зарабатывать деньги. И не просто зарабатывать деньги, а максимально быстро вернуть инвестиции и начать приносить прибыль. Угу. Вот, инвесторам и заказчикам этого ЦОДа. Сейчас по рынку, если говорить, то нормой считается окупаемость от 7 лет и быстрее. Угу. Эта цифра, она плавает, связана это и с технологическим развитием рынка, и с валютными параметрами, так как большая часть оборудования все-таки привязана к валютам. Вот, если там доходная часть, она варьируется, там, может быть, в рублях и привязана к валюте, то затратная, то есть здесь гораздо более жесткая. Да? А, кстати, извините, по деньгам стоимость всего 100 рублей, 100 миллионов, неважно, рублей. Сколько из этого стоит само оборудование? 50? Если мы говорим о ЦОДе без IT-оборудования. 100 рублей – это здание, инженерка, то есть ЦОД без оборудования заказчика, правильно? Ну да, да, да. Вот стойка, куда потом он втыкает что-то, вот куда он
это он привез с собой. Ну, если говорить о распределении бюджета капитальных затрат, да, то есть при строительстве ЦОДа, ну, скажем так, здание стоит не очень дорого по отношению к тому оборудованию, то есть, которое внутри находится. Mm-hmm. То есть оборудование стоит от 70 до, там, до 80% как бы общего бюджета. Ах, вот так. Все. Понятно, хорошо. Значит, про окупаемость 7 лет. Примерный срок. То есть до 10 лет считается нормальным. Но это вообще 7. Нормальный бизнес. Это такой же бизнес, как и везде. Склады сейчас строить, говорят, быстрее окупаются. Но вы знаете, интересный момент, то, что коммерческие ЦОДы, которые сейчас строятся, есть вообще практика резервирования стоек на этапе строительства. Угу. То есть, когда ты ЦОД строишь, ты уже начинаешь, по большому счету, продавать. Ну, как иде... квартиры, которые на котловане продаются. Идеальный случай, когда у тебя твердый контракт, как ты там ДДУ договор подписал и так далее. Угу. Да? Но общепринятая практика – это необязующие соглашения, либо письма о намерениях. То есть, я, заказчик, обязуюсь… Если вы построите ЦОД тогда-то, столько-то стоек забрать. Да? Понятно. Для чего это нужно? То есть те, кто строит ЦОД, понимают спрос и понимают, насколько прикрыт их ЦОД спросом. Инвесторы понимают, что, ну, это не твердая гарантия, но тем не менее некий ориентир, да, то есть и надежда на то, что ЦОД действительно будет окупаться. А заказчики понимают, что их интересы учтены, у них есть мягкий резерв, они за него не платят условно. Вот. Но если ЦОД построится, то они будут в очереди тех, кто там сможет туда попасть. Так вот, сейчас практика такая, что ЦОДы продаются до момента, как они вводятся в эксплуатацию. Целиком? В Москве, да. Ну, потому что настолько рынок горячий, дефицит, да, стоит. А, и поэтому окупаемость, по идее, как бы быстрее, понятно. То есть ты начинаешь сразу... Появляется кэшфлоу-поток с момента, как только ты вводишь ЦОД в эксплуатацию. Понятно. В отдельных случаях у тебя даже кэшфлоу до этого появляется, если это как с твердый контракт, и ты начинаешь уже платить какие-то деньги, да, за резервирование. А мы до интервью с вами тут начали говорить про экологию, и вы сказали, что экологическая повестка перестала быть просто лозунгом. Она становится чем-то более осязаемым с точки зрения на самом деле влияния. И если я правильно вас услышал, это дает даже экономический эффект. Это может давать экономический эффект, да. И у меня вопрос, который я заготовил заранее, звучал так. Примеры новых технологических решений для дата-центров. Это похожие вопросы? Это схожий вопрос. Это как раз к моему тезису, что сейчас, когда ты делаешь бизнес-объекты и бизнес более экологичным, в том числе и природно-экологичным, это сейчас еще и помогает зарабатывать деньги, либо экономить деньги. Ну, в ЦОДах все очень просто, то есть очень энергетически насыщенные объекты, десятки, сотни мегаватт и так далее. Каждый сэкономленный процент электроэнергии – это деньги. Прямой влияющий на затраты на... И на окупаемость, да, конечно. Да, да. То есть в ОПЕКСе, в операционных затратах ЦОДа где-то около 45-50, иногда даже выше процентов ОПЕКСа всего ЦОДа – это электричество. И при чем здесь экология? А меньше потребляешь электричество, меньше надо для генерации. Первое. Ну, есть рядом ТЭЦ, которая там, ну, меньше производит электричество, извините. Она жжет там уголь, ну, газ там, в отдельных случаях и так далее. Вторая история – система охлаждения. Да? Система охлаждения – это довольно-таки такая тоже энергоемкая машинка. То есть, если брать инженерное оборудование в ЦОДе, то основной потребитель – это система охлаждения. Угу. Климат, как бы он, ну, имеет свои какие-то определенные характеристики вокруг. Да? То есть вот мы живем, у нас какое-то время года есть холод, холодно, есть жара. Умные системы, они умеют холод, когда на улице, да, то есть брать и, собственно, его переносить в ЦОД, да, то есть не генерировать. И это экологичность. Холод. И это экологичность в том числе. Эти машины, они работают совершенно по другому циклу. Меньше потребляется электроэнергии, меньше износ, меньше требуется различных, как бы, ухищрений с этими машинами. Вот. Много, очень много элементов. То есть это касается, например, батарей, да, то есть системы беспрерывного питания. Батарейки – это химический элемент, требующий, ну, с определенной регулярностью замены. Да, 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 да. А сейчас литий-ионы батареи, да, то есть свинец до этого, как бы, был, да, то есть основным технологическим, как бы, вот, трендом. Сейчас литий-ионы системы. Они требуют гораздо реже замены, они гораздо более устойчивые, реже выходят из строя. Каждая батарейка, ну, представляете, да, свинцовая, ну, это серьезно. И в деньгах серьезно, и в экологическом, как бы, вреде. Потому что производство свинцовых батарей – это плохо, да, мы знаем. Да. И если ты меняешь эти батарейки часто, то есть ты тратишь большие деньги на это, да? Литион, и ресурс. И деньги, да, и ресурс. Литион при сопоставимом, наверное, при производстве, как бы, вреде экологии, да, или там carbon footprint, да, то есть… Но меняется гораздо реже. Да. Понятно. Раз в 10 лет, например, против раз там, в 5 лет для свинцовых систем.
Роман, это очень интересно. Мы так много всего обсудили. Конечно, большое еще на пару-тройку, да, интервью еще набрали, как бы, вот, да, вопросы. Большое спасибо. Спасибо большое.